Друзья, всем привет! Нуклеусный парк. Шершни достали, просто здесь крутятся. Вот. Видите, какие шершни здесь лазают. Ищут что-то бы скушать. В общем, это вредители пчел, шершни. Но здесь постоянно они в нуклеусном парке у меня обитают. Я обратил внимание, они садятся на лоток, караулят пчелу, хватают ее и улетают. Вот опять крутится, видите, вот опять прилетел, смотрите. Тут даже два их гуляет. Столько их много, аномально много. Еще где-то гудит. Просто атакуют нуклеусы. Жалко то, что могут матку схватить они. Вот как не приду сюда, обязательно шершня 2-3. В общем, борьба с шершнями ведется у меня на пасеке. По пасеке я развесил пластиковые бутылки. Сейчас вам покажу. Мы повесили 8 бутылок. И просто урожай небывалый. Вот видите, здесь я не знаю сколько, несколько десятков. Вот прилетел очередной шершень. Вот смотрите, заходит, видите, сам туда лезет, сам лезет. Но он все равно спустится туда, своим братьям. Вот, 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 идет, идет, идет. Держится. Пришлось помочь. Но он все равно бы залез туда. Ну уж вылезти сейчас ему вряд ли удастся. Он там вылазит, пытается, срывается. В общем, бутылки работают, ребята. Сейчас еще покажу. Яблони у нас цветут, отцветают, завязываются, пчелки посещают. Ну вот видите, сколько здесь шершней. И осы тоже есть, осы туда же ныряют. А пчел нету там. Пчелам не интересны эти бутылки. В общем, состав какой. Вишневое варенье мне попалось под руку. Не первой свежести, скажем так. И я вот где-то полбанки, поллитровой, литра там 3, наверное, водички, все это размешал, разлил по бутылкам, все. И этого достаточно. Смесь работает прекрасно. Вот смотрите, сколько их тут. Здесь поменьше. Тут тоже пытаются вылезти. Это просто ужас, сколько там. И это не все. Вот
И осы там есть тоже, вот увидел, осы тут же залезли. Я не знаю, хоть 20 бутылок повешай. Урожай будет, наверное, такой же в каждой бутылке. Они вот чувствуют этот запах, брожение этого варенья. Вон, вижу, по дереву ходят, сейчас тоже, наверное, залезет в бутылку. Вот полная бутылка, и там шершень. Ищет, горлышко ищет. Как бы залезть туда. Вот они. Но он найдет эту бутылку. Все равно она его манит. Вот, залез опять на бутылку. Все, пошел туда, давай. Не захотел. Ну ладно. Он вернется. В общем, вот такая борьба ведется. Шершнями. Но их действительно очень-очень аномально. Еще хотел бы заметить, я тут, ну, не заснял на камеру. Ездил в лес. И там особо речки рядом не было. И какая-то лужа. Остановился. Возле этой лужи тьма была ос. И шершня 4 где-то я насчитал среди этих ос. Около этой лужи они садятся, пьют воду. Ну что ж, пить тоже им хочется. На этом видео я буду, ребята, заканчивать. Ставим лайки, подписываемся, жмем внизу на колокольчик. Также оставлю ссылку на мой новый канал Дзен. Заходите, подписывайтесь. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи. Пока-пока.